Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня я вам покажу, как установить зимний мод в GTA CRMP. Ну а перед этим я хотел бы вам напомнить, что я играю на Чероде на Ролеплей Центральный Округ. Вводите мой ник при регистрации, он будет в описании, Кирилл Путбулови. Ну и также заходите, играйте вместе со мной на Центральный Округ, IP, группа, модпак, все будет в описании, поэтому кто желает, можете заходить, играть вместе со мной. Ну что ж, я думаю, давайте перейдем уже на рабочий стол, и я вам покажу, как установить зимний мод в GTA CRMP. Желаю вам приятного просмотра, все будет легко и просто. Погнали! Итак, первое, что вам нужно сделать, это перейти по моей ссылке в описании, которая будет, ну, в описании, в принципе, да. И вы перейдете на вот этот сайт, где вы сможете скачать зимний мод на GTA CRMP. Здесь также есть скриншоты для тех, кто не знает, как выглядит зимний мод, для чего нужен и так далее. Можете посмотреть скриншоты, и я думаю, вы все поймете. Что вы делаете? Вы листаете вниз и здесь нажимаете вот это, скачать не для GTA Россия бета 2. Нажимаете и ждете, получается, 30 секунд. Ну что ж, вы продолжали 30 секунд, и у вас высветится вот такая вот надпись. Нажмите сюда для начала загрузки. Вы нажимаете и нажимаете ОК. И все, и у нас оно скачивается. Потом, что вы делаете? Ну что ж, вот вы дождались, пока оно скачается, и уже открываете папку. Вот эта папка, и вы можете пока что закрыть браузер, просто вот открываем, и вот вам нужна именно вот эта папка. При установке этого мода игра и мультиплеер должны быть выключены обязательно, потому что так оно у вас не установится нормально. Что вы делаете? Открываете вот эту папочку и нажимаете вот именно сюда. Нажимаете сюда и ждете, пока оно у вас загрузится и откроется. И ждете. Вот. Это можно, в принципе, все закрыть. И здесь вам нужно выбрать папку с вашей игрой. Просто выбираете папку. Ну что ж, вам нужно установить мод в папку с игрой. Именно GTA CRMP Россия. Вы можете это автоустановку, вы можете сделать это вручную, если здесь не будет отображаться ваша папка с игрой. Я, в принципе, выбираю вот так вот. Нажимаем установить, потому что DSC у меня геймер, GTA CRMP Россия, все верно. Нажимаем установить, продолжить установку. Установка мода, просто у меня он уже установлен, поэтому он сейчас заново устанавливается. Вот, вам написано, установка мода. Установка операции была успешно завершена, все действия по установке были выполнены, и вы можете запустить игру прямо сейчас. В папке с игрой была папка создана с этим модом, короче. Я думаю, это все понятно. Все, закрывайте и можете спокойно заходить играть. Я думаю, я вам помог, всем спасибо за просмотр, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я напоминаю, что я играю на Родина РП, Центральный Округ. Все ссылки IP будут в описании. Всем пока-пока.